Чеченька. А то, что побывал в Антарктиде. Это радиолисты советского Черноморского флота. В момент развала Союза Черноморский флот имел статус океанского. И несли 8 палубы. На борту находятся 2 персоны. Белая бочка на цепи перед Енисеем. Это поплавок из стационарного якоря. На грунте лежит бетонный массив, от которого якорная цепь идет к такой бочке. Они нужны для удобства швартовки. Устанавливают стационарные якоря по бухте в нужных местах плавучие краны. Такие, как впереди. Их несколько букв. Дело в том, что металлические корпуса кораблей под действием земного магнетизма со временем набирают очень мощные магнитные поля, которые нарушают работу корабельной электроники, поэтому время от времени корпус каждого корабля подлежит обязательному размагничиванию, чем и занимается такой суд. Впереди 160-й бортовой номер корабль на подводных крыльях. Это экспериментальный проект «Антарис», который не пошел в серию из-за колоссального расхода топлива, ограничившего радиодействие корабля. Скорость он развивает порядка 90 км в час, но запас оборудования всего-навсего на 4 часа. Мы за это время